Доброе утро, коллеги. Да, действительно, каждый человек хочет иметь надежную работу и стабильный доход. И кирчане, конечно, в этом вопросе не исключение. Сейчас кто-то пробует себя в новой профессии, другие ищут место работы с более высокой зарплатой. О том, сколько таких человек в поиске насчитывается сегодня в городе Герои, нам расскажет Вадим Кутузов, директор Центра занятости населения города Керчи. Вадим Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, сколько у нас жителей находится на учете по безработице? Если переходить к статистике, то здесь как бы служба занятости по итогам работы в 2019 году фиксирует незначительный рост числа состоящих на учете. И это связано прежде всего с тем, что с 1 января 2019 года впервые за много лет правительством Российской Федерации был увеличен размер пособия по безработице, как минимальный, так и максимальный. Максимальный у нас на сегодняшний день составляет 8000 рублей, минимальный 1500 рублей. В сравнении с тем, что было раньше, конечно, рост чувствуется в связи с этим и наблюдается незначительное увеличение количества безработных. Но здесь, в свою очередь, стоит сказать о том, что небольшое увеличение числа состоящих на учете приводит и к увеличению числа трудоустроенных. Если говорить, опять же, в целом за 2019 и прошлый год, у нас трудоустроено более чем 1500 граждан, которые обратились за содействием в трудоустройстве в службу занятости. Количество вакансий, заявляемых работодателей, мало того, что из года в год растет, увеличивается качество их. По прошлому году заявлено было более чем 7500 вакансий работодателями города. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с предприятиями близлежащих регионов. Это мы неоднократно проводили ярмарки вакансий для работодателя, зарегистрированного в поселке Волна, вот там «Аннефтегаз», то есть крупные такие работодатели, для РЖД проводили ярмарки, вакансии. То есть помимо того, что заявляют наши работодатели, соискатели, которые проживают в городе Керчи, охотно используют возможности работодателей соседних регионов. А еще какие вакансии сегодня популярны у нас в городе? Продолжают оставаться востребованы вакансии по рабочим профессиям. То есть на сегодняшний день достаточно большое количество вакансий и желающих на них трудоустроиться по профессии повар, продавец продовольственных либо непродовольственных товаров. Довольно-таки большое количество вакансий в педагогической сфере, то есть в образовательной сфере, это по школам, педагоги, учителя. Конечно, здесь еще необходимо отметить, что количество вакансий в медицинской сфере, врачей, продолжает оставаться на том же уровне, но, к сожалению, здесь служба занятости сложно посодействовать в этом вопросе, поскольку соискатели с таким профессионально-образовательным уровнем к нам практически никогда не обращаются. Довольно-таки большое количество вакансий, куда можно трудоустроиться, на государственной муниципальной службе, то есть в нашу администрацию города, управление пенсионного фонда, налоговую. То есть на сегодняшний день практически любой соискатель, будь то с высшим образованием, либо со средним техническим каким-то, есть возможность у него обратиться в службу занятости с нашей помощью найти работу. Я знаю, что вы также содействуете в поиске работы отдельным категориям населения. Есть специальные программы по профориентации, по обучению. Расскажите немного об этом. Совершенно верно. И в этом году этот перечень расширяется. То есть, если по прошлому году мы активно работали по федеральному проекту «Старшее поколение», то есть обучение лиц предпенсионного возраста. В этом году эта категория несколько расширяется, то есть мы начинаем учить лиц, которые старше 50 лет. То есть не только за 5 лет до достижения пенсии, а старше 50 лет. То есть есть довольно-таки интересные программы по субсидированию как работодателей по обучению своих сотрудников, так и непосредственно тех людей, которые самостоятельно к нам обращаются. То есть есть различные варианты. То есть в этом плане мы готовы обучить практически по любой профессии, по которой обратится человек и заявит желание. Довольно-таки востребованной оказалась услуга по обучению мамочек, которые находятся в отпусках по уходу за ребенком до 3 лет, либо тех, которые не работают и воспитывают детей до школьного возраста, получается, до
6 лет включительно. То есть в этом году у нас есть определенные перспективы обучить всех желающих, которые к нам обратятся. То есть тоже программа интересная. И мамочкам, которые находятся в этот период дома, дистанционно, без, скажем так, вот отрыва от семьи, есть возможность обучиться, получить профессию, либо повысить свою квалификацию. А в прошлом году по подобным программам много было желающих приходить? Да, желающих было много. По обучению вот лиц предпенсионного возраста за счет вот субсидий работодателей, выдачи сертификатов на обучение. В основном мы начали работать уже где-то после второго квартала, во втором полугодии. Да, желающих было много. В этом году программа продолжена. Это федеральная программа, поэтому я думаю, что всех желающих мы отучим. Хорошо, Вадим Валерьевич, спасибо, что вы пришли к нам сегодня в студию. Мы были рады вас видеть. Вы дали нам сегодня очень полезную, актуальную информацию, которая обязательно пригодится кирчанам. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Вадим Кутузов, директор Центра занятости населения города-героя Керчи. Коллеги, на этом у меня все. Вам слово.